Илья Шубта и Сергей Платонов – абитуриенты. Илья мечтает стать водителем, Сергей – слесарем. Юноши понимают, что им необходимо качественное образование. Они выбрали старейшее на Кубани, известное своими добрыми традициями, профессиональное училище номер 5. Их ждал приятный сюрприз. Абитуриенты узнали, что училище становится техникумом. С детства я хочу стать дальнобойщиком и пришел именно сюда, на автослесаря, чтобы научиться чинить фуры. У друга спрашивал, в общем-то, сказали, здесь дружнее, вообще учителя хорошие. Мне кажется, больше будут как бы обучать, больше уделять времени на обучение. Как бы все это будет как в техникуме, больше профессиональнее, чем училище. В результате я буду профессиональным специалистом. Техникум отраслевых и информационных технологий. Так звучит новое название учебного заведения. И это не просто смена вывески, а ступень вверх. В техникуме грядут большие перемены. Открытие новых профессий, качество, повышение качества подготовки к уже существующих. Ну и, соответственно, мы думаем, и сейчас будем работать над развитием новой, созданием и развитием новой программы. Программы на ближайшие 5 лет. Я думаю, все, что сегодня необходимо для нашего родного города, для нашего края, конечно, будет учтено. Техникум сохранит статус единственного в крае казачьего образовательного учреждения. На высоком уровне останется воспитательная и военно-патриотическая работа с учащимися. На протяжении многих лет училище имело очень высокий рейтинг. Педагоги намерены его сохранить. Будет и много нового. Станция технического обслуживания по ремонту автомобилей. Закуплено новое современнейшее оборудование. Сейчас смонтированы уже подъемники, смонтировано все оборудование для того, чтобы осуществлять подготовку, производственную практику проводить на территории этой станции. Это первое. Кроме того, мы, естественно, предполагаем открытие новых специальностей, интересные профессии. Ну вот у нас, допустим, лицензировано есть ювелир. Выпускники учебного заведения получат теперь диплом техникума, что повысит их конкурентоспособность на рынке труда. Прием документов продолжается, и администрация будущего техникума приглашает абитуриентов. Влада Волошина, Артур Кражанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».